Сегодня в Украине отмечают День военно-воздушных сил. Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке поздравил военнослужащих с праздником. В этом году авиапарк воздушных сил Украины пополнился 30 отремонтированными и модернизированными самолетами. Это истребители МиГ-29, Су-27 и штурмовики Су-25. По словам командира воздушных сил Украины Сергея Дроздова, усовершенствованные модели будут намного эффективнее.